Антон, но это ведь и не главное. Ведь ты же не судья. Много вопросов, безусловно, и про фигурное катание, но прежде всего вопрос, конечно, про фигуристов. Сейчас я попрошу Патрика Чана на секунду покинуть наш плазменный телевизор. Патрик, спасибо. Значит, у нас есть видеозаписи американских фигуристов, в частности, американского фигуриста Джонни Веера. Это Веер, это не прозвище, хотя... Как его еще называют? Джонни Боа? О, тихо. Вот смотрите. Это фигурист Джонни Веер. Кстати, я хочу... внимание на розовые эполеты. Я выступлю. Хорошо, хорошо, я выступлю. Ой. Ой. Ой, а вдруг я упаду? Я на одну секунду хотел бы заострить ваше внимание. Дело в том, что Джонни Веер является американским спортсменом, прекрасно говорит по-русски, потому что у него есть русский друг. Его парень русский? Его парень его друг. И он русский. Итак, а вот уже, смотрите. С наградой. С наградой. Розовая подушка. Именно эта награда была нужна Джонни после его победы. Медаль не так важна, как хорошая розовая подушка. Посмотри на мужественный жест, которым он приветствует своих болельщиков. Посмотри. Посмотри. О! Нажми на паузу. Друзья, вот она, вот она. Это называется, в России называется палево. Сейчас хореографы разбираются, кто ему поставил эти руки. Женщина справа, это очень известный тренер в фигурном катании Галина Змеевская. Ну, и она в основном тренировала девушек. И самая известная у нее спортсменка. Она и продолжает тренировать. Ничего не изменилось. Она Джонни Веру говорит, что у тебя среди поклонниц очень много женщин. И поэтому мужским движением. Он же на самом деле десантник. Джонни Вер, спецназ американский. Десантура? Морской котик? Ну, не котик, киска. Морская киска. Слушайте, морской котенок. Коллеги, у меня складывается впечатление, что он гей. Ребята, да. Ничего страшного. Большая разница между Москвой и Ванкувером во времени, поэтому Саше кажется, что он опередил всех. За столом такой тоже часовой пояс вот здесь у нас. Ой. Спокойно. Опа! Ой, еще один, ё-моё! Это фигурист Лайсачик, который стал, олимпийским чемпионом. Единственный фигурист, который ревел до выступления еще. Я сейчас пореву и пойду, сейчас. Сейчас как тройной фиганую. А лед уже залили, ё-моё! Плющенко тоже тренировался, да, Фатима? О, он такой красивый. Почему? Я не могу кататься после него. Вот я буду ехать по его царапине. Голубой десант вообще реально.